А перед тем, как начнется ролик, я хочу вам сказать, чтобы вы обязательно досмотрели его до конца, потому что в конце у нас будет розыгрыш одной очень полезной штуки, особенно сейчас, когда лето, солнце, классно. Обязательно досмотрите, там будет конкурс, а мы начинаем. Когда мы касаемся каких-то сложных, больших, дорогих автомобилей на рынке автомобилей с пробегом, мы с вами видим такую ситуацию, что один и тот же автомобиль, одна и та же модель может стоить там как 500 000 рублей, так и 1,5 миллиона рублей. Понятное дело, что это все там год выпуска, комплектации и так далее, но все равно, чем автомобиль сложнее, тем разброс из-за его сложности больше. И вот сегодня я подобрал специально автомобиль, на примере которого можно прям вот очень досконально разобрать эту тему, и он очень показательный, как мне кажется. Погнали! И да, это Volvo XC90. И по поводу вот этого автомобиля ходит просто очень много различных мифов, легенд и прочих всяких штук. Это сложный автомобиль, это флагман Volvo, это самый дорогой Volvo. И когда мы говорим про то, чтобы купить Volvo на вторичке, это что-то из разряда самоубийц. Ну, вот так в целом, если пошерстите информацию по интернету, по ютубу и так далее. Потому что это же очень сложный автомобиль, тут же очень много электроники, да там же все ломается, подвеска сыпется, мотор меняется вместе с маслом, и на сервисах ты вот так вот постоянно, а если электроника заглючит, а она заглючит, то тебе точно конец, и нужно автомобиль выкидывать вообще. И вот сегодня подробно мы все про это поговорим, потому что вон там вот сервис Volvo, вон там вот владелец 3 сервисов Volvo, и да, очень забавно, что именно вот он ездит на Volvo. Херню сказал. Если в целом, что такое XC90? Это флагман, это самый дорогой, самый большой Volvo. Но если мы будем смотреть технически с другими моделями, тут сильно больших отличий нет. Это платформа от S80, от седана. Моторы, трансмиссии, коробки там туда-сюда есть и на S60, те же самые, которые ставятся и здесь. И нельзя сказать, что XC90 прям сильно технически сложнее, чем любой другой Volvo. Да, понятно, там S40 это, ну, отдельный автомобиль, но если мы берем S60, S80, XC90, то они все плюс-минус с одинаковыми проблемами и одинаковой сложности в техническом плане. И при этом тоже нужно понимать, что вы отдаете там почти лям, в среднем про цены мы поговорим чуть позже, но вот вы отдаете почти лям, и у вас машина по салону и по всему, ну вот, как бы 2003 год выпуска. Да, тут есть рестайлинги, но в целом ты как бы, у тебя вот все, телефон, кнопочки там, подлокотник. И в целом как бы, тут все довольно-таки грустно. И Volvo в целом бренд такой вот, ну, для пенсионеров. То есть вот шуточки про пенсию, и Volvo это прям вот они рядом ходят. Но если ты пацан, и душа как-то хочет уже нормально, то у Volvo есть решение, как бы. Если ты пацан, у тебя же что? У тебя же барсетка всегда. Ты же без барсетки не разучен. Так вот, когда у тебя Volvo, тебе барсетка не нужна, потому что ты все сложил в подлокотник, все это дело закрыл и пошел все по своим делам решать дальше вопросики. При этом XC90, у нас же тут есть ямаховский V8. И ты такой весь четенький, с V8 под капотом, на полном-то приводе, у тебя нормально, еще бы черные было, прям вообще по-пацански все. Но нормальная пацанская V8 это довольно-таки редкий зверь. По большому счету, если вы захотите сегодня купить XC90, то на выбор-то у вас будет 2 мотора. Потому что если мы возьмем, допустим, все объявления на автору, то мы увидим, что 2,5 турбо бензин – это 50% объявлений. 2,4 дизель, как здесь, это 20-25% объявлений. А все остальные вот 3 мотора, они вот и делят между собой 15% всего рынка там. V8 – это 4% рынка, 2,9 – это 8% рынка, ну и так далее. Там, и 3,2 там остаточно, то, что там осталось. По бюджетам… Живой, хороший 90-ик с нормальной историей и понятной там по технике и бла-бла-бла будет стоить примерно к ляму. Дешевле, ну, если вы будете хотеть купить автомобиль за 800, скорее всего, вам там в ближайшее время там соточку в него закинуть нужно будет. На что я расскажу чуть дальше. Поэтому, кому интересно посмотреть именно объявление, то ссылка на автору, как обычно, будет в описании. Заходите, смотрите.
Если мы говорим про моторы, да, то, ну, давайте серьезно, вот рассматривать будем только бензиновый 2.5 и дизельный 2.4, потому что, ну, вы, скорее всего, этот мотор и купите. То есть, если вы хотите там реально ямаховскую, это очень интересный мотор, который 8.4.4, но вы упоротый персонаж, и вы без меня информацию еще найдете, все с вами классно. А 2.5 турбо, бензин. Вот здесь у нас 2.4 дизель, но сначала 2.5 турбо, потому что он самый популярный. На самом деле, мотор хорош, реально хорош. Типа, к нему особо нет никаких претензий. Он нормально ездит, нормально ходит, при одном ключевом важном факторе, если он правильно обслуживается. Если вы приезжаете, сдергиваете крышку, ну элементарно, то есть сдергивается очень без проблем, сдергиваете крышку и видите, что мотор обоссанный, грубо говоря, из него откуда-то сочится масло, то это примерно сотка. Происходит это потому, что есть некая проблема с вентиляцией картонных газов у вас. Типа она начинает забиваться, бла-бла-бла, все эти стандартные вещи. От избыточного давления выдавливает сальники, масло начинает попадать на ремешок ГРМ. И если это дело пропустить, ГРМ порвется, тогда мотор вообще как бы весь нужно будет капиталить. Но если вы приезжаете и видите, что он в целом еще работает и с ним все хорошо, но он немного в масле, это сотка. Чтобы все это дело поменять, все это устранить, и чтобы все было хорошо. То есть на нем не получится ездить, что вот у меня там немножко подтекает, и в целом хер с ним. Еще поездит. Нет, если видите, что что-то где-то течет, надо сразу делать. По поводу дизеля. Типа, сейчас мы барсеточку-то уберем, чтобы не мешалось нам нормально разговаривать. Но, в общем, принцип тот же самый. Самое главное, чтобы он был сухой. У дизеля есть две проблемы. Это электронная часть турбины и вот эти вихревые заслонки. Если вот тут все в масле, если вы приезжаете, вот все. Если все в масле, значит, это 25 тысяч рублей только на запчасти попадалово. Если все сухо, все отлично, будет ездить дальше. А с электронной частью турбины все очень просто. Там, в общем, потроха сделаны из какого-то говнеца, это постоянно ломается. Короче, то есть, если вы приезжаете, и машина не едет, турбина тупо отключается, если там какая-то неисправность, то это 90% вероятность того, что вот это вот именно электронная часть турбины. С самой турбины очень редко что-то происходит. Да и вообще в целом с 2.4 дизелем и с 2.5 турбовым мотором бензиновым мало чего происходит. Если вы найдете автомобиль, который нормально обслуживали, у которого нет текущих там ошибок по диагностике, и он весь не обоссанный, и с ним в целом все хорошо, ну вот как вот этот мотор, то с ним ничего не будет происходить. Вот здесь 184 тысячи пробега, даже вот это вот больное место с электронной частью турбины, здесь еще свое родное, вот вихревые заслонки уже поменяли, и все. Больше с этими моторами ничего не происходило, и да, они действительно надежные. По сути, у любого Volvo есть три проблемы. Первое, это то, что от них пахнет домом престарелых. Вторым, это электроника. И третье, то, что такие же четкие пацанчики, как и вы, с барсеточками, вас отработают пол автомобиля, если вы оставите где-нибудь свой автомобиль стоять на какое-то долгое время. Я думаю, многие слышали там про то, что фары там отрабатываются и так далее. Но вот смотрите, вот условно говоря, вот машина с закрытым капотом, да, вот прибегает какой-нибудь четкий пацанчик такой, ставит свою барсеточку аккуратно на пол. И задача как бы две. Либо мы бьем стекло и из салона дергаем капот и открываем, либо, ну, особые умельцы могут тут подлезть и здесь вот так вот его открыть. Все. Если человек открывает капот, у нас вот тут вот два штырька наружу. Все. Фара у вас в руках. Кусачками кусаете провод и полтинник у вас в кармане. Ну, при этом, да, вот это вот реально вот настолько просто. Все. Тут никто ничего, никаких фишек отсоединять не будет. Просто кусачками реально цопнул провод. И все. Фара у тебя в руках. Фара реально стоит полтинник, новая, одна. Так, погодите, я затупил. Оп, все. Все, два штыря, все, больше никаких креплений нет. И, соответственно, здесь уже у нас есть всевозможный колхоз, что вот эти вот заклепки их вставляют, и здесь либо замочек ставится, либо просто клепка, чтобы ее не сняли, и бла-бла-бла. Но сам факт, что... Но сам факт, что вам нужно будет как-то озаботиться, когда вы купите себе Volvo, с тем, чтобы вот... У вас фары не уперли, это факт. Плюс точно та же самая история с зеркалами, их точно так же спокойно вырывают, они тоже по 20 тысяч каждый стоит. Но самый апофеоз – это мой любимый блок управления полным приводом. Самое-то главное – это если пацанчики не боятся замараться. И это вот больше уже именно особенность XC90, потому что под XC90 можно вот так вот во дворе-то подлезть, и вот он блок. Вот, прямо здесь, его ничего не мешает снять. Сейчас я, погодите, вот тут у нас... Два болта, тебе нужно просто два шестигранника. Открутил, снимаешь, дальше просто точно теми же самыми кусачками, которыми ты только что откусил фары, откусываешь жгут, и у тебя блок, который стоит сотку. Новый он стоит 120. Бушный, ну твой же, на разборке, который у тебя же и уперли, будет стоить где-то 25-30 тысяч. И от этого, кто что только не пытался колхозить, драйв вам в помощь. Вот просто зайдите, не поленитесь, зайдите на драйв и посмотрите, что люди придумывают, чтобы уберечь этот блок от опасности. Но
мало чего работает, его реально воруют часто. Ну и в довершении как бы буйства пацанья у нас всего этого дела есть еще решетка радиатора. Замечательная. Она здесь уже у нас немножко подколхожена, там немножко саморезики туда-сюда. Но в целом, как бы, если заводской автомобиль и никто ничего с ним не делал, то вот это дело просто вот так вот дергается, ломается там одно крепление, парочка. Можно это сделать аккуратно с лопаточкой и все дела. Но сам факт, что человек это дело дергает, и с пятнашкой, примерно двадцаткой, уходит в руках. Новая вот эта вот решетка радиатора стоит 15-20 тысяч, там, в зависимости от магазина, а бэушная там от 3 до 10, до 12, в зависимости от состояния. Так что Volvo, блин, ну реально только паркинг, только паркинг, только просто парковка, либо у дома, либо еще где-то. Опасно, опасно на ночь их оставлять. По салону, несмотря на то, что это, ну, платформа S80, это по сути один и тот же автомобиль, здесь салон мне нравится меньше, нежели в S80. Здесь все-таки как-то, знаете, вот больше чувствуется такая, что машина уже, ну, именно как-то морально, что ли, старая. Потому что все-таки 2003 год разработки, точнее, появление первого куза. И, по сути, салон-то никак с этого времени не менялся. Да, у нас материалы, все классно, кожа мягкая такая, классная и так далее. Но вот нет вот этой прикольной штуки, парящей центральной консоли, и уже не так. То есть уже у нас уже здесь просто такой здоровый пластмассовый короб, кнопки эти телефонные там, ну и так далее. Нет какой-то вот этой вот шарма. У нас почему-то еще комплектация вот без вот этого деревянного руля, как у нас был в обзоре S80. И вот тут кожа такая, ну она вроде приятная, а вроде и выглядит как, знаете, с кирзового сапога. И ты в целом понимаешь, что ты вот отдал, ну там плюс-минус километр лям. А где этот лям? Непонятно. И сейчас дубль специально для поклонников Лухари. Не, ну конечно, если кроме шуток, то материалы тут качественные, все здесь замечательно и все мягкое, и сидишь удобно, и все. На самом деле ничего не скрипит. Ну, я сейчас не шучу. То есть вот то, что не скрипит ничего в салоне, это да, действительно. То есть на ходу едем, сейчас вы тест-драйв увидите, но в целом, ну, реально не шумит. Вот только вот эта вот штука немножко дребезжит, как владелец жалуется, но ничего такого нигде не... Не-не-не, все хорошо. Премиум, Лухари, все классно. Подлокотник топ, конечно, просто. Прям. Ты такой, ну, едешь там, что-то происходит, потом взял такой, переместился и понимаешь, что в целом, да, как бы, миллион-то ты отдал не зря. Все классно. Но, кроме шуток, как бы, и кроме подлокотника, они на всех машинах такие? Всегда, да? Это типа, не особенность твоей машины. Ну просто, ну блин, типа, ты это реально очень странно в машине за миллион. В бэушной машине за миллион. Но да бог с ним. А все остальное не скрипит, не разваливается, не пердит. То есть, ну, типа, ты в целом едешь и чувствуешь, что да, автомобиль дорогой. Почти что премиальный. Volvo все-таки это не обычный, там, знаете, как Kia Hyundai, там, бюджетный класс. Нет, это все-таки уже близко к премиальным автомобилям. Но при этом я не могу сказать, что тут можно, знаете, как-то ехать, там, раздув ноздри, что вот, смотрите, какой кайф. Комфортно? Да. Удобно? Да. Дизель слышно? Ну, в целом, да. Но не так ужасно, как, допустим, это было бы на, не знаю, на дизельных корейцах. Вот у дизельных корейцев, у них шумно все, плохо там и так далее, так далее. Не у которых там 16-го года выпуска, а там 12-го, 11-го, например. Здесь, хотя и дизель довольно-таки старый по разработке, но они в целом его на самом деле очень хорошо сделают. То есть, ну, нет такого ощущения, что у тебя прям как-то кузов тарабанит или еще что-то. Приятно. И
Если вы думаете, что вы можете купить себе XC90, и теперь вы можете приехать куда угодно, что это внедорожник на тапочку, там, типа по газонам и так далее, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что, ну, сейчас, во-первых, объясню. Вот смотрите, вот мотор у нас примерно вот до сих до сих. У нас здесь поперечная конструкция, вообще, вот, ну, платформы. Мотор стоит поперечно, и, соответственно, вот на такое расстояние у нас примерно мотор. У нас защита фигово видно. Короче, коробка, она вот такая. На бензинке здесь ставится Айсин 5551, это исправленная версия. А на дизеля ставится Айсин TF80. И даже сам Айсин позиционирует эти коробки как сверхкомпактные. Они вот реально вот такие. И, собственно, здесь у вас, ну, вот размер, вот, все, вот он, вот там она, там, под защитой. И на этом все ваши мечты о бездорожье, там, либо еще о чем-то заканчиваются. Потому что, ну, типа, во-первых, автомат вам спасибо не скажет. Во-вторых, все-таки здесь, так как поперечный мотор, у нас здесь муфта, Халдекс находится там, он тоже перегревается, и все вот это вот. Короче, это чисто кроссовер, не нужно воспринимать его как нормальный, здоровый, там, внедорожник, что где-то можно спокойно топиться. Нет, к сожалению, нет. Это очень дорого вам будет стоить. По поводу Халдекса, кстати, вот сейчас мы вот нормально можем посмотреть на блок. И вот он, вот эта вот штуковина стоит сотку. И вот два болта, все. Вот вам один шестигранник открутил, вот тут чпок, и все, и пошел. Притом этот шлейф потом очень геморно восстанавливать, потому что он уходит там в обход бака и бла-бла-бла, и это прям геморрой. Так вот, по поводу Халдекса. Как бы есть мнение на форумах, что этот Халдекс постоянно дохнет и все еще неплохо, но на самом деле он свои там 150-200 ходит, с ним все в порядке. Он как бы необслуживаемый по регламенту, здесь типа жижа не меняется, ничего не происходит, но раз в 100 лучше делать. И если менять в нем жидкость, здесь, кстати, отдельная жидкость с редуктором, то есть они в одном корпусе, но жидкости у них разные. И если менять и не жечь его нигде там в болоте, либо еще что-то, то он будет нормально ходить до своих 200 тысяч, никаких проблем нет. Вот здесь, типа, здесь даже, кстати, жижу не меняли в этом Халдексе, с ним все в порядке, 184 тысячи пробега, напоминаю. По большому счету, так-то и все. То есть здесь нет каких-то таких серьезных больших проблем. Подвеска вся остальная, она ходит, сайлентблоки перепрессовываются. Единственное, что вам на подъемнике надо будет проверить, это вот, ну, пошевелить кардан. Вот здесь люфт, ну, его нет, он тут нормальный еще. То есть он немножечко люфтит, стучит, но это нормально, он такой должен быть. А вот если он прям вертится там на несколько градусов и щелкает, то значит, что приехала угловая передача 20 тысяч рублей. Это тоже в целом, ну, нормальные совершенно деньги относительно миллиона рублей, сколько стоит автомобиль. И еще практически везде вы прочитаете то, что задние ступицы кончаются быстрее, чем вы их будете ставить. То есть просто поставили ступицу, проехали, выехали из сервиса, и она сразу же закончилась. Это тоже как бы неправда, потому что это было на ранних моделях, короче, там типа 3-й, 4-й, 5-й год, после уже все исправлено. То есть если вы, грубо говоря, покупаете XC90 там, района 9-го, 10-го года, в нормальном состоянии. То есть не все детские болезни уже давно вылечены, и вам не нужно будет каких-то серьезных тут тотальных вложений, если с автомобилем все хорошо, если там не топили никакие блоки, если не протекало что-нибудь в салон и бла-бла-бла. По железу и по всему вот механическому он нормально ездит, и так как модель существует давно, все болячки уже давно исправлены, они известны, типа, и все классно. В целом, вот если взять мой опыт там езды на различных Volvo, то вот больше всего мне понравилась S80, которая была у нас в обзоре. Это была прям очень классный автомобиль. XC90, несмотря на то, что по сути это автомобиль тот же самый, платформа туда-сюда, он чуть повыше, он немного по-другому ощущается и не такой резвый вот этот, он дизельный, да. Но это тоже неплохой вариант. Вот S60 мне не понравилось от слова совсем. Это, наверное, вот автомобиль, который я бы даже вообще не советовал покупать, потому что, ну, это мой субъективизм, это моя вот личное отношение, но мне очень не понравился S60, потому что был очень жесткий. Здесь вот XC90 пожестче, чем S80, но при этом вот, ну, ее нельзя назвать жесткой. Это комфортно, ты ощущаешь в целом, да, что там где-то какие-то трещинки, там какие-то ямки там и так далее. Но это в целом, да, достойно на уровне большого, опять же, кроссовера. Сказать, что в нем мало динамики от того, что дизель, да нет. Он, то есть в городе у меня еще вот пока не возникла ситуация, что мне не хватает. Но мы сейчас где-нибудь участок по собой не будет, поднажмем посильнее. Но в целом он не должен ехать быстро. А, кстати, какой у тебя расход? 9, ну, 9 литров это хорошо, это в городе. Не, режим такой, да, в основном в городе, да. Прикольно, 9 литров это нормально. Ну вот, в общем, это обычный нормальный автомобиль. Вот как по мне. Вот я сейчас еду, я не могу
до чего-то докопаться, что вот мне что-то прям сильно не нравится, и не могу выделить какой-то там, знаете, там, черту, которая прям превосходная, там, какое-то управление, там, или что он там, безусловно, мягкий, там, или еще какой-то. Нет, это нормальный, уверенный, приятный автомобиль, который, знаете, вот, ну, не оттягивает на себя внимание, а просто тебя везет, куда тебе нужно. Единственная проблема, как мне кажется, этого автомобиля – это цена. Потому что и не в том, чтобы она там прям сильно завышена, но для кроссовера, большого, флагманского бренда и так далее, миллион отдать – это нормально. Но вот я лично сейчас вот еду, я понимаю, вот если бы я отдал миллион, ну, странно, странно. Во-первых, может быть от того, что я все-таки не являюсь аудиторией этого автомобиля. Потому что, ну, это, знаете, эта тачка не для молодого чувака, чтобы там девочек ездить и клеить. Единственное, кого можно склеить на этом автомобиле, это, наверное, какую-нибудь там 35-летнюю, 40-летнюю девушку, ну, женщину, которая, ты заботишься о безопасности, да ты шалун, чем-нибудь в этом духе. Но, кстати, кроме шуток, Volvo реально очень безопасные автомобили, и, по-моему, Кларксон сейчас как-то в Твиттере говорил или где-то было обсуждение какой-то новости, ну вот от Кларксона я точно помню, что он откопал статистику, что в Британии ни один человек не погиб в Volvo XC90. Никогда. За всю историю существования этой модели. И я не знаю, насколько это правда. Я вот только сейчас об этом вспомнил, и я обязательно после обзора погуглю. Но это похоже на правду, и это очень круто. То есть, если, точнее, не если, а когда у меня будет там жена, дети и все вот это вот, скорее всего, они будут ездить в Volvo. Скорее всего. И вот к вопросу, кстати, о надежности, к тому, как там потом живет этот автомобиль там и так далее. Вот владелец текущий, сколько, 3 года ты владеешь, да? Да. Вот, он 3 года владеет XC90, и у него 3 сервиса Volvo. И он в целом себя комфортно чувствует, то есть он может себе спокойно как бы позволить содержание этого автомобиля. Кстати, о птичках, у Саши есть канал. Ну, то есть это реально 3 сервиса. Вот сюда нужно было свернуть? Ну, ладно, окей. Типа, у них есть канал на Ютубе, вы можете загуглить сервис Volvo Premium. Да. Volvo Premium называется. Там они вот как раз про Volvo очень много всяких интересных штук рассказывают. Реально, если вы хотите купить там именно прям вот и хотите возвращаться в детали, то у них есть интересный материал по этому поводу, поэтому обязательно гуглите, смотрите, если вы интересуетесь Volvo. Чуваки очень вменяемые, и, ну, я смотрел несколько видео, прям прикольно. И как и обещал в конце, у нас есть же розыгрыш. И смотрите, что у меня есть. Это так, прадик, успокойся. Спокойно. Это Кёрхер К5 Soccer Edition, максималочка. Это одна из топовых моек Кёрхер. Давление 145 бар, телескопическая ручка, забор воды прямо из ведра, если охота, ну и так далее, и так далее. В общем, мы эту штуку разыграем. И условия будут максимально простые. Напишите в комменты к этому видосу, почему мы должны отдать вам вот именно вам эту мойку. И мы с парнями с Кёрхер все это дело почитаем, прочитаем абсолютно все комментарии и выберем совершенно случайный коммент, который больше всего понравится нам. Он может быть веселым, скучным, честным, каким угодно. Вот какой нам больше всего понравится, максимально субъективизма сейчас будет, но какой нам больше понравится, того мы и выберем. И тот человек, собственно, и получит вот эту вот замечательную мойку. Она запакована, тут чеки, все дела, все классно. Вот, 15 июля мы объявим победителя конкурса в нашей группе по автоподбору. Ссылка будет в описании. И точно так же будет ссылка в описании на вот эту мойку, чтобы вы могли посмотреть точно характеристики, что же такое вы можете на самом деле выиграть. По итогу с XC90 работают все те же самые принципы, как и с любым другим дорогим, сложным, технически премиальным автомобилем. Да, есть моменты, да, есть где нужно будет поковыряться, на что обратить внимание там, и так далее, более тщательно подойти к поиску автомобиля или еще к чему-то. Но в целом, если вы купите экземпляр, который до вас нормально обслуживали, там ездили на нем вменяемые люди, и в целом все понятно, что в техническом состоянии автомобиля, и это будет автомобиль не первых годов выпуска, когда уже все детские болячки излечили, то это будет классный автомобиль. Да, вопрос, как бы стоит его покупать за миллион или нет, но если вы хотите, чтобы у вас был безопасный, комфортный и все в этом духе автомобиль, то у Volvo очень мало конкурентов в этом плане. На этом у меня все. Обязательно напишите в комментарии ваше мнение по этому поводу. Как вы считаете, стоит этот автомобиль своих денег, не стоит он своих денег, и что купить вообще за эти деньги можно. Да и в целом все. Подписывайся обязательно на канал,
ставь лайк, если тебе понравился видос. И увидимся. Пока.